Арі ТВ і Концептуал ТВ представляють Нове Русь. Догонку или пешком идем? Да. Чего так? Все, они там встали на краю. Все остановились. Вот это. Угу. Вот и гроб. Все, вот это все упробуй. А что, выйдем? Слушай, тогда наши когда попустят, да, выйдем. Сука, шо ж ты молчишь? Узбек, шо там? Узбек Кубани, узбек Кубани. Ближе, ближе, 300 метров. 400, ближе, 400. Thank you.
Это откуда? Это друг. О! Смотри, укроп на дерево залез. Опа! Следующий! Следующий! Давай залезай! Не хочет. Дима, сами это там, чтобы туда не ехали. Все, не хочет. Поворачивай. Сухо. Не, Катя, Катя! Вот с немцем меня, немец, встань! И вот этот кадр, чтоб был на весь мир, блядь. Жека! О! Катя, кто? Это мой брат родной. Что там происходило? Да немцам, бля, пришлось, бля, прикрывать все время, бля. Выгонять оттуда. Он же как взял, не давал. Пока, да? Лупил их, лупил его. Укроп и колбасу по магазинам жрут, берут, ездят бесплатно. А мы ждем то, что дают. И так постоянно. Ты что, не стреляйте? Вот суки. Все. Ящик не лакашка. Ящик точно. Ну все, наверное, хорош. Будем жрать горелую. Перчатки твои. Для двойной. А ты думал. Нахуй буду жечь. Нападай. Подешевело. Да? Ну, семерочка магазин. Там баба какая, Мак, не хавай, она плохая. А у меня телефон есть, я сейчас я тебе сделаю его. Пошел шнур нахуй. На. Чтоб не звонила, блядь. Ну да. Правильно. Спасибо, люди добрые, да? Чтобы нас подкармливать, блядь, чем-то. Берем вот этот танк, а я беру вот эту подводную лодку и прем на ту сторону. И ебашим их, блядь, волков там, блядь. Вот, пусть боятся, блядь. А мы их не боимся. А если стрельнул и попал? А если не попал? Все равно, да? Лоб зеленкой. Понятно. Ну не дождутся они этого. Чтобы нам лоб зеленкой.